Волшебство живет в каждом из нас. Новый год – это самый любимый праздник у множества людей. И больше всему ему рады маленькие дети. Яркие декорации, конкурсы, встреча со сказочными героями. Именно так проходят детские утренники в новом туристическом центре Silk Road Самарканд при содействии творческой группы «Аладдин». Для участников подготовлено развлекательное новогоднее представление под названием «На планете Деда Мороза». Дедушка! Ой, это же принц! Кто там, кто там? Дедушка! Аладдиновцы не первый год радуют самаркандцев и гостей города интересной программой. Однако в этом году ребята подготовились более тщательно. Параллельно с детским клубом «Альтаир», который уже стал трендом для подобных праздников, детское шоу проходит и в Вечном городе. Это новая локация, новая аудитория и больше возможностей. Новый год – волшебный праздник, который не оставляет равнодушным никого. Потому нужно приложить максимум усилий, чтобы он запомнился надолго. Именно такая задача стоит перед организаторами. Цель – подарить детям незабываемые эмоции. На протяжении всего вечера гостей ожидала насыщенная программа. Веселые клоуны, шоу мыльных пузырей, дискотека и, конечно же, хороводы с Дедом Морозом.